кстати, к вопросу о чистоте подкапотного пространства. У некоторых там можно картошку сажать и змей ловить. Ну, вот специально не мыл, у меня всегда поддерживается такая чистота. Машину нежно чистой впитывающей тряпочкой можно использовать полироль. Я не показал на видео еще один немаловажный этап. Очень часто и очень регулярно использую вот такую насадку. Она очень удобна, и можно промыть арки изнутри, то есть я провожу рукой, там у меня никогда нету грязи. Соответственно, нет отложения, нет гниения этого участка. Также я промываю днище, примерно наполовину доставая с каждой стороны. И в рамках ежедневного обслуживания это производится каждый раз после возвращения в гараж. Это очень полезно в связи с тем, что наши доблестные чиновники посыпают дороги такой дрянью, которая разъедает бетон, а не то что металл. Вот, поэтому... Так как бороться с этим по-другому я не могу, машина, покрытая солью, в теплом гараже будет корродировать быстро, ну, поэтому мойка машины – это ритуал практически ежедневный. Такой дрянью посыпают наши дороги. Это один раз стекла с машины с непомытой соль, вода с солью, свиной раствор. И вот настолько разъела тротуарную плитку, которая выложена часть пола в гараже. Это вот был один единственный раз. Так что представьте, какой дрянью посыпают наши дороги. И если вы не моете машину, вы постоянно возите это все на ней, и каково и приходится. Поэтому я категорически против того, чтобы дороги посыпали солью. Но, к сожалению, видимо, в связи с тем, что удобно, скажем так, присвоить и распилить на этом бюджет, потому что непонятно, сколько тут сложно проконтролировать, сколько вот тонн соли высыпали на дорогу. Вот, ну, видимо, от этого до сих пор не отказываются. К сожалению, такова вот наша российская реальность. Оставайтесь с нами, было КБ Загородное. Пока-пока.